Меня мотивирует побеждать мое любимое дело. Это бокс, которому я отдал больше 20 лет жизни. Я люблю состязаться, побеждать. Я чувствую положительные эмоции от побед. Поэтому мы выходим в ринг побеждать. Ich habe einfach von ersten Tag an Liebe zu Boxen gefunden. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Diese Herausforderung, diese 1 gegen 1, dieser Kampf, das ist genauso wie im Leben. Mein Leben ist auch ein Kampf. Du fällst hin, du musst immer aufstehen, das Leben geht immer weiter. Und das Ganze kann man gut mit Boxsport vergleichen. Das ist immer ein ewiger Kampf. Und meistens immer ein Kampf mit sich selber. Первым делом включается голова, я начинаю думать, я начинаю анализировать, смотреть, что может соперник. Сразу, с первых же секунд боя, я начинаю изучать его слабые стороны, сильные стороны. Поэтому первым делом после гонга начинает работать голова. Ich weiß, dass er ein ziemlich guter, ausgebildeter Profi ist, der auch Olympiasieger war, im Amateuren recht erfolgreich war und ein guter, starker Mann ist. Леон, привет! Меня зовут Евгений Тищенко, что в переводе означает благородный. Но я больше 20 лет отдал боксу, и я готов нокаутировать тебя 9 декабря в Дубае. После нашего боя ты увидишь свет, софит. Я, как благородный джентльмен, помогу тебе подняться. Но ты будешь нокаутирован. Будь уверен.